Вот Лариса расскажет про это знание шайтана, что нам делали. Ну, обряд представлял собой следующее. Сейчас мы будем изгонять шайтана. Собираем большое количество инструментов, тазов, предметов быта и домашней утвари. И начинали громко-громко стучать в эти предметы, чтобы шайтан скорее покинул наше жилище. По поверьям считалось, что во время святок, во время бурного веселья шайтан как раз приходил в наши дома. Поэтому необходимо было его изгнать. А еще вообще хлестали соломой зажженной, но поскольку у нас клуб, и Володя Скорян, конечно, и обрадовался, что если мы сожжем клуб, это будет замечательный пиар группы Ойми, да? Но мы все-таки решили, что мы будем добрые, сжигать ничего не будем, а будем жечь не солому, а бенгальские огни. И еще хлестали этой соломой, Володя Скорян предложил хлестать друг другу шарфами, шапками там. Что это такое? Вот так. Сколько шума, так много. Ну кто там мечтает о детях? Ох, сейчас настучит он себе будущее. Итак, хоть и свадебная, но вот очень такая актуальная. Да, разбойная песня «Вайте тяня воняй». Ой, матушка родимая, про мужика, который пропустил через себя стопочку, как мы все это делаем на Новый год и после, целых 10 дней. И сказал матушке, пойди-ка ты в лесок и не мешай. Это мы перефразируем, так скажем, уже через себя. Отмечать нам целых 13 дней Новый год. А теперь давайте постучим, зажжем этот огонь. Чем больше шума! Улетят, 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 ул
Валентинова. Наши мужчины Михаил Соколов. Мужчина, которого не видно, но слышно через нас, это Валентин Осинский. И еще одна главная участница Ежевика. Ежевика!